Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Watch Dogs Legion. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. В общем, что у нас... Бионовца в рядах Дедсек. Ну и заодно летающих свиней, что уж там. Владелица похоронного бюро. Личный транспорт, вероятность внезапной смерти. В общем, оказывается, можно спокойно любого нанимать. Да, друзья, я только сейчас это узнал. Простите, пожалуйста, ну вот такое, то, что можно спокойно даже бабушку какую-нибудь нанять, и у нее будет личное оружие. Я тут уже немного осмотрел, посмотрел. Представляешь, можно нанять бабку с автоматом Калашникова. Я серьезно, есть тут одна такая бабушка где-то вот гуляла. Но, ладно, ребята, получите доступ к хабу CTOS 404 без постоянной работы. Туристка. Также мы можем, кстати, сохранять кандидата. Вышибала личный транспорт. Икота привлекает внимание врагов. Так, кто у нас тут еще есть? Лом. Турист. Привлекает внимание врагов газы. Получает больше урона. В общем, это очень-очень, друзья, интересно. Ох, посмотри. Гаечный ключ. Неторопливость. Не прячется и не бегает. Бабуля. Но за бабулю, блин, играть, ребят, вы сами понимаете, не очень как-то. Давайте смотреть, куда мы сейчас пойдем. Ага, получите доступ к... Хорошо. Возьмем, наверное, другого какого-нибудь персонажа из команды. А мы не играли вот за нее. Она притом премиум агент. Давай, наверное, Хэриет Парк. Давай, берем ее. Ура! Мы с тобой такое устроим. Добро пожаловать. Да, не терпится внести свой вклад в общее дело. Превосходно. Как-то у нас стройщик прям по-другому начал выглядеть. Вот это аватарка странная немного. Ну ладно, бывают. Вахтер, смотри, дяденька какой. Все, берем мы, друзья, личную машину какую-нибудь. Ну, личную. Не особо-то она личная. Украденная. Теперь мы с тобой едем на задание. Блин, мне теперь очень-очень хочется действительно каждого в городе завербовать. Ребят, это очень забавно. Но обязательно, ребята, будет серия с бабушкой. Давайте, наверное, следующую серию я попробую за бабушку. Найдем мы с тобой какую-нибудь бабушку. Тут есть бабушка с автоматом Калашникова. Я, честно, я офигел. Но это будет чуть, друзья, попозже. Так, ну, как говорится, не водитель от бога, а водитель, блин, с богом. Плохо я очень вожу, но что делать? Здесь есть хаб CTOS. Если вы это слушаете, значит, хотите знать больше о 404. Узнать, что знаем мы. Делать то, что делаем мы. Отправляйтесь в клуб Уоки-Токи. Ни для кого не секрет, что это лишь фасад, за которым ведет свои дела клан Келли. Но там есть и другие секреты. Подробнее на месте. С хаба на твой оптик только что свалился большой объем данных. Прямолинейно.
сканирую. Далековато. Ну ничего, доедем. И на скутере. А может возьмем вот такую машину? Почему бы и нет? Ребята, посмотри на это. Вау. Должна была добраться до Фенчорч-стрит 20. Клуб Уоки-Токи находится на самом верху здания. Попасть туда можно только на лифте. О, хватит дергаться, тупой. Ты в клубе Уоки-Токи? Куда те, у кого больше денег, чем здравого смысла, приходят, чтобы лишиться и того, и другого. Здесь собирается прогнившая элита. Владеют заведением клан Келли, и они используют ИИ, чтобы собирать компромат на посетителей. Найди этот ИИ, и мы узнаем, что скрывают все эти коррумпированные подонки. Поверить не могу. Что это за Ух ты, крутая технология. Так, давай смотреть. Доберман. Тут любят доберманов, ребят. Красивые они. Ага, нашли. Нет, нам надо подойти поближе будет. Что ж, твои старания и упорство привели нас в тупик. И здесь нет. Данные из клуба пересылаются куда-то еще. Я попытаюсь выяснить, куда нам двигаться дальше, а ты найди способ покинуть это шумное, омерзительное место. Идет? Идет. Короче, он просто кусок говна. И он говно, и его муж говно. Странно. Ну что, все? Я немного покопался и выяснил, что ИИ для распознавания лиц создан в Брокотек. Брокотек? Один из крупнейших разработчиков софта на планете. И самых осторожных. Если выяснится, что они покупают компромат у клана Келли, это будет сенсация. Вся информация, собранная ИИ, отправляется прямиком в штаб-квартиру Брокотек. Чтобы получить данные, нам нужно попасть туда. Танец выступить, офигеть. У них столько интересных способностей. Так, друзья, мы берем, конечно же, нашу машину. Любые правонарушения будут расследоваться и караться по закону. Так, ну-ка, как нам? Сейчас посмотрю, ребята. Ух, нам далеко. Ага, все, давай, перемещаемся. А, ладно. Нет, спасибо. Это круто. Да, конечно.
Привет, это Бегли. Я не вовремя, есть дело. Думаю, я готова. Отлично. Так, друзья, отлично. А что у нас дальше? Удалите данные. Ага, все хорошо. Мне кажется, даже можем добежать, если что. Посмотрим, бухгалтер-счетовод. Личный мотоцикл, посмотри. Сотрудница таможни. Быстрее отправляется таран. Банджо использует музыку. Блин, это очень интересно протестировать. Что у него за оружие? Электрошоковый пистолет. Нет. Так. Вице-президент. Тариф 6G, быстрая загрузка, не прячется, не бегает. Не, мне нужна, знаешь, какая-то другая бабушка. Ну, это тоже прикольная, но... Не знаю, друзья. Надо что-то вот-вот чуть-чуть другое. Нам сюда, да? Нужно. Точка доступа. Находишься в здании Брокотек, ведущих новаторов в области ПО и технологии ИИ. Скай Ларсен основал эту компанию, когда ей было 25. К вопросу о высоких требованиях к себе. Их сервера буквально забиты компроматом. Будет очень жаль, если кто-нибудь выложит все это в сеть. Думаю, именно так и поступит наша подруга из 404, если мы ей поможем. Ага, ясно. Ох, блин, вот это вообще шикарно, ребята. Так, что же нам с этими делать-то теперь, а? Тихо. Спокойно, а трупы-то у нас, видишь, поисчезают. Выполните обход защиты. Так. Нам надо как-то... Блин, здесь тоже он нужен. Смотри-ка. Так, а где мы можем с тобой надыбать паучка? Либо мы можем, смотри, дрона. Вот, например, вот такого вот. Тихо. Сейчас он включится, ребят. И мы с тобой можем за дрон. Дрон гончая. Смотри, он, кстати, стреляет, что ли? Оу. Нет, нет, братишка, ты можешь поместить. Блин, он не может поместиться. Он не может поместиться, друзья. Какой-то непонятный такой. Слушай, неплохой дрон. Так, друзья, мы, в принципе, по камерам можем тоже спокойно взламывать, если что. Да, вот я вспоминаю это, что можно на изи это сделать. Так, давай смотреть, повернуть. Опа, а кто-то у нас там есть. IT-специалист. Здрасте. Сработала сигнализация. Высылаю координаты. Доложите обстановку. Все компрометирующие данные у меня. И как же люди отвратительны. Интересно, как тот политик, защищающий семейные ценности, отреагирует на публичную демонстрацию его садомазохистских развлечений? Что ж, давайте проверим. Компромат объявляю слитым. Прекрасно. Извинись.
все, друзья. Спокойно просто. Разработчик. Сирс. О, от крипты я не отказываюсь. Особенно, когда я вижу столько нулей. Я бы сказал, что это неблагодарная работа, но кто-то прислал нам файл спасибо.mp4. Так что минимум одна благодарность у тебя есть. Давай посмотрим. Вы выполнили первый контракт 404. Первый B2B сети активистов в Darknet. Я админю эту сеть. Я даю контракты. Это все, что вам нужно знать. Я никто. Я ноль. А еще я подрубилась к вашему оптику. Сейчас посмотрим, кто вы. Смотри, какая бабушка. Ты что, из Дэдсек? О, это ж просто охеренно. Вот. Так лучше. Нам сегодня улыбнулась удача, Дэдсек. Этот мир в жопе. Но вместе мы все исправим. Я у Сомерсет Хаус, слежу за целями. Найди меня. Потрещим. Пока. Не слишком ли она старается нам понравиться? Кто это был, Бегли? Я прогнал имя и фото ноль по стандартным базам и нашлось ничего. А, ноль. Да, дошло. Я всегда готов поразвлечься, но ее делишки в Даркнете напрягают. Думаю, рискнуть стоит. Кажется, она и правда тащится от Дэдсек. И она будет нам полезнее в качестве друга. Если она не из нулевого дня, то может знать кого-то оттуда. Ну а если она одна из них, то это ловушка. В любом случае, мы получим новую информацию. Ага. Вперед. Так. Встретитесь с Так, приехал. Так, а как же нам отключить? Там можно взломать. А можно вот так вот палят, там дром просто. А я не могу вот с этим дромом. Блин, дрон меня бесит. Я не могу с ними. О, отлично. Готов, засранница. Так, сейчас, секундочку, друзья. Да, все нормально. Вот еще можно было, кстати, вот туда. Раскройте потенциал своего разума. Одна простая процедура, и вы свободны навсегда. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы первыми попасть в завтрашний. Ну, как-то туда. Рассвет – наше будущее. И оно станет для нас светлым.
Погоди, а тут есть что-нибудь? Лестница какая-то. Блин, вот этот мне бесит уже. Серьезно. Брокотек, мировой лидер в области. Чтобы вернулись. Мы автоматизировали черные кэпы. Мы установили бэкли на вашей оптике. Но наш последний проект — это нечто новое. Ноль? А, добралась. Ты вроде занята. Что? А, он... Да, решил, что я нарушаю. Был неправ. А? Да, по поводу сообщения. Да, я немного психанула. Да заткнись! У меня тут есть важный контракт. Слишком важный для обычной публики. Этот контракт, он другой. Опасный. На кого? Я скажу. Но без доверия никак. Взаимного. А? Я пришлю вам еще контракт 404. Узнаем друг друга чутка поближе. Что, все эти люди настолько плохие? А вдруг ты ошибаешься? О, надо же. Правильные вопросы. Поверь, я проверяла. Я знаю о целях все, а не часть глобальной проблемы. Лондону и миру будет куда лучше без них. Так, извините, но у меня тут мудак, который вот-вот очнется. Покеда. И все же не ловушка. Похоже, эта язвительная, злобная, таинственная женщина может стать нашей союзницей. Подумай пока. Обсудим, когда выберешься из Somerset House. Разумно. Так, друзья, уходим отсюда. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы первыми попасть в завтрашний день. Рассвет — наше будущее. И оно станет для нас светом. Есть мысли? Она довольно нахальна, но нулевым днем от нее не пахнет. Отказываться от денег – большая ошибка. Я за то, чтобы работать с ней. Если хотите подрабатывать, выполняя задания активистов, я вас поддержу. Выбора у меня все равно нет. Так, ну что же, друзья, насчет заданий. Башня Нексус. 1300. И вот тут вот что есть интересное. Можем, в принципе, его... Брешь в броне. Тяжело оставлять все как есть, зная, что микрочипы Мэри Келли ломают жизни людей. Но сейчас у нас нет выбора. Тогда, возможно, самое время обратить внимание на слона посреди комнаты. Найджел Касс, миллиардер, сделавший состояние на войнах, и директор ЧВК Альбион, местной банды гопников. Он больше всех выиграл от терактов. Призывать людей к сопротивлению — это прекрасно, но этого недостаточно, чтобы освободить Лондон от хватки Альбиона. По крайней мере, пока им управляет Касс. Ого! Серьезно? Ты хочешь бросить вызов лидеру наемников, которые нас терроризируют? И как это сделать? Возможно, Бегли нашел брешу в броне Касса. Бывший сотрудник и друг, затаивший обиду. Он может стать бесценным союзником, если убедим его помочь. Обсудим подробности, когда вернешься в убежище. Вот тебе и бабушка. Ну, я даже не знаю, ребят, если честно. Не прячется, не бегает. Вот бабуля есть. Как тебе? Ну, давай наймем. Как ее нанять? Вам нужна помощь? А ее нельзя, друзья, нанять. Видишь, тут можно определенных бабушек, видимо, нанимать. Давайте, друзья, я немного сейчас еще поищу. Да... Офигеть, конечно, у них работы, ребята, вахтер, бариста, ну там вот предыдущие тоже. Нам нужна именно бабушка, вот там была одна бабушка, конечно. Наемник. Крыть досье. Опа, арестованы, разблокируйте, чтобы получать... Это, блин, лучшая бабушка.
Мне нужна эта бабушка. Давай, бабуль. Благодарю. Спасибо, дружок. Так, а как мне интересно ее? Всем патрулям, внимание, здесь стрелок. Так, уходим. Диспетчер, не вижу цель. Жду указаний. Блин, как мне эту бабушку найти? Мне прямо очень интересно, друзья. Надо... Нам просто на следующую серию будет бабушку эту взять. Ведем погоню. Повторяю, ведем погоню. Блин, не надо, не надо. Дай мне погоню, пожалуйста. Расскажешь о ней, Бэкс? Похоже, ее заказал клан Келли. Бандиты обещают за ее голову хорошую награду. Почему? Участвует в подпольных кулачных боях. Она опаснее и кровожаднее малярийного комара. И в последнем матче нокаутировала любимчика мафии. И чтобы это больше не повторилось, к ней отправили киллера. Что, правда? Похоже, кто-то совсем не умеет проигрывать. Нельзя это так оставлять. Можешь найти этого киллера? Уже сделано. Так, в общем, друзья, это задание как раз... Бабушку. Блин, это будет на самом деле, наверное, очень интересно. Ребят, давайте спасем, а в следующей серии мы как раз за нее и поиграем. Мне прям пипец интересно, что же будет. За нее будет действительно интересно поиграть. Мы еще можем ее приодеть как надо. И, блин, еще повязали, мы ее освободили вовремя. Так. Так. Киллер здесь. Занимается еще каким-то бедолагой, насолившим клану Келли. Если устранить убийцу, у нашей подруги будет куда больше шансов выжить. Так, торговка оружием. Было круто. А вот и цель. Помоги. Бежим! Блин, как-то она тут. Нам надо как-то заломать. Точка доступа. Что там происходит? Смотри, какая штука. А, тут открыто, смотри, у нас. Хорошо, это снижает вероятность скорой смерти бойца. Теперь вали, или тебя наверняка убьют. Сейчас, погодите. Вот что-то случилось с ней нехорошее. Ух, блин, нет, мне не надо. Найдем эту свинью. Дэдсек спешит на помощь. Подожди, рано закатывать вечеринку. Мы выгадали для нашей новой подруги немного времени, но когда в клане Келли прознают, что случилось, бандиты наверняка захотят отомстить. Советую ее предупредить. Поняла. Так, ну что же, друзья, на этом мы с тобой заканчиваем пока что. Следующая серия будет, мне кажется, немного смешной. Ну, посмотрим, что получится. Ребята, не забудьте поставить лайк. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.